Игр, брат. Я говорю, ты видел, да, как этого болтуна задушили? Да. В первом раунде, брат, дышать не дали ему. Мы все таки хищники. Надо за него взяться, видимо. Кто не женат, нам не для них. О, салам алейкум, брат мой родной. О, алейкум ассалам, брат, как ты? Собрались, я не понял, да, брат? Брат, у нас хищники ночью не спят, брат. А, вот то же самое, вот мы Панджакент охраняем. Таджикистан Бобеш, брат. Готовит вот мясо жарит. Завтра свадьба у сестры. Чисто на рахате отдыхаем. Отлично, брат, отлично. Азиз, брат. Вот, короче, это... Я по вам так соскучился, вы не поверите. Мы ждем. Взаимно, Ака, мы ждем тебя, брат, когда приедешь? Иншалла, вот 20-го я долечу до Москвы, и потом салам я алейкум, к вам прилечу, ага. Брат. Вот. Все, мы тебя ждем, брат мой. Вот такие кусковые мясо в Таджикистане, вот это на рахате чисто. Чисто, хорош, чисто, брат. Знаешь, допинг, вот настоящий. Тебя, базара нет, брат. Сначала ты приедь, потом я приеду. Обязательно, брат. Я с удовольствием приеду к тебе. Я говорю, ты этого боя смотрел, да? Да, я смотрел, даже говорю. Короля в кавычках. Пустослов, честно говоря. Других слов нет. Я, знаешь, что думаю, брат? Ты понял? Ты читаешь мои мысли, да? Да, да. Может, мне его переехать? Это спокойно переедешь, брат, отвечаю. Я вот сейчас, просто там были моменты у нас. Надо восстановить это, брат. Брат, это вот это не наш уровень, брат. Мы на высоте. Нет, брат, ну... Можно было с ним подраться, его легко, ну... Никакой опасности я в нем не... Брат, это... Сам знаешь, это война. Это... Ну, ты понял, да, брат? Да, просто он... Не соответствовал своим словам, это плохо. Зачем такой? Радор, я ничего такого не говорю. Как человек ко мне обращается, так же я обращаюсь к нему. Камил Бапеш. Это к другим не относится. Вот как они привет дали, вот какой привет, такой ответ. Так что я еще раз говорю, я за него не болею. Есть нормальные люди, ну, есть так же гнилые, брат, люди, поэтому у меня нет никакой уважения. У меня нет никакой неприязни, чисто спортивный интерес, брат. У меня даже спортивный интерес нету к ним. Я подрался. Команде. Так что, кто не с нами, тот под нами. Ну, это точно, брат. Здесь... Азиз, как ты, брат? Как здоровье?